Для предновогоднего бала девушки из эстрадно-цирковой студии «Аквамарин» сменили восточные наряды на платья знойных испанок. Сегодня они будут выступать для таких же, как и они, людей с неограниченными талантами. Люди, глядя на творчество, на порыв, на борьбу людей этой категории, сами начинают стремиться делать что-то, что-то творить, что-то созидать, не опускать руки и не прогибаться ни под какие обстоятельства жизненные. Поделиться рецептом жизни вопреки обстоятельствам, развлечь и вдохновить друг друга на бал приехали и дети, и взрослые. Не пустовали ни фотозона, ни литературная гостиная. Песнями гостей радовали и артисты филармонии, и студии жестового пения. Никто не прошел и мимо беспроигрышной лотереи. Я подъехала. Такая молодец. В беспроигрышную лотерею и вытащила номер 55. И сразу же первую выиграла. Вы тоже выиграли. Очень рада, большое спасибо. Сертификат на обучение в автошколу для Евгении стал подарком, о котором она собиралась попросить Деда Мороза. Оказывается, совсем недавно Женя поспорила с братом, что быстрее получит права, несмотря на инвалидное кресло. И этот бал подарил ей первый шаг к достижению цели. Алена Ведерникова, Евгений Погорелый, ЗапТВ.